Всем здорова, меня зовут Java на канале Каст Прима, и я, собственно, продолжаю играть в Stardew Valley. У меня тут собирательство прокачалось, хотя я думал, что он у меня на 9 уровне, но, видимо, нет. Мы научились древесное удобрение делать, я не знаю, как оно помогает, но очень забавно. Надо посмотреть на него. Сейчас прям посмотрю. Прям заинтриговало. То есть удобрение для того, чтобы дерево лучше росло, или как? Что-то я не совсем понимаю. То есть оно отдельное все-таки. Так, древесное удобрение. Активно расти даже зимой. Не работает с плодовыми деревьями. А, зимой они не растут, что ли, все-таки? То есть я летнее растение профукал? Если я сейчас посажу, то в летом под конец мне хотя бы пару этих дадут. Ладно, бежим быстрее тогда. А, подожди. Дары земли. Рыба дня, желтый судак. Ой, отстань. Рыба и второй сезон займусь. Освоюсь, потом начну рыбачить. Это, знаешь, это как нужно, когда где-то освоиться, а потом уже как бы начал заниматься чем-то еще. Вот так же. Сейчас животноводство. Вот я освоился в этом. Сейчас животноводство. После животноводства пойду в рыбачничество. Пшеницы только побольше бы, чтобы животноводство зимой не умерло. Так, тут. Вот. Не, ну я честно не понимаю, что мне еще нужно здесь. Ну, то есть, у меня уже все, достаточно грядки. Просто мне там писал в комментарии кто-то. Не помню уже. Вот, что у меня типа... Потом я все равно все переделывать буду. Из-за новых сплинтеров. Или... А, тогда у меня еще первые сплинтеры были. Ну да, я в итоге все переделывал, да, есть такое. Жиза. Так, вот это сюда, давай продадим, продадим. Кукуруза, у меня ее дофигища слишком, вот это золотой оставим. Давай золотой бодат еще оставим, мало ли там, на подарок кому-нибудь. Баклажан продаем, продаем. Баклажаны продаем. Нашу штуку, наверное, клинк еще не сделал. Яблоко, яблоко третье берем и отдаем, относим точнее. Два. Сырники, кыш. Яблочко ко мне. Сейчас нужно по возможности купить летние деревья. Ой, не летние, а осенние. Осенние. Сейчас у нас весна, правильно? А, или сейчас осень. Бля, я опять запутался. Можно легко проверить по семенам, которые нам дают. Это лето. Давай быстрее открывай, алло. Мне такие дела не нравятся. Пойду тогда в узелок, пока отдам яблоки. Кстати, животноводчество я же сейчас, да, делаю? Следовательно, мне как раз, наверное, что-то для них и дадут. Для животноводства. Блин, мне надо дерево нарубить было. Заранее. И пойти к Робин посмотреть. Ой, что я сделал здесь? Что я делаю здесь, точнее? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Оп. Так. Кормовой. Ага. Так, ну-ка. Чё это? Обогреватель. С ним ваше животное будет теплее и веселее зимой. Хорошо. Неплохо, в принципе, да. Как раз зимой я и решил планировать это все. И как раз зимой у меня будут животненькие. Яблоки, кстати, как раз в этот период растут. То есть, в принципе, все продумано в этой игре. Как раз тебе дали. Перед зимой, можно сказать. В сезон, который перед зимой. Так, получай, получай. Баклажаном и кукурузой по лицу. Батат тоже забирай. Дай мне, знаешь, что, пшеницу побольше. Прям побольше, не стесняйся. А, можно через таб. Нет, через... Ой. Через shift. Во. Так. 86. Давай побольше еще. А то бесит, когда хоп, и закончилось все. Так, типа... А, подожди, еще что-то надо.
Еще надо пойти посмотреть, нет ли там свина этого. Он по пятницам и воскресеньям, насколько я понял, но на всякий случай проверю. Почему-то у меня ощущение, что он по понедельникам может быть. Для начала проверю только это. У этого не готова ли моя кирка? У Клинта. Во. Клинт, кирку мою отдай. Надеюсь, отдаст. Все еще в процессе. Сегодня я не успею. Понял? То есть не сегодня. Не сегодня. Значит, тогда... Каков план действий? Аккумулятора у меня нет. Поэтому я хочу к свинье, чтобы она мне продала аккумулятор. Но она не продает. Любопытная субстанция. Я ищу крайне редкую и мощную жижу под названием эктоплазма. Ее можно собрать с поверженных призраков. 7 дней. Так, мне нужна помощь. Радужный слайм. В местных пещерах. Принеси мне банку с его радужным желе, и я щедро тебя вознагражу. Слушай, тот и другой довольно редкий получается, да? Радужный слайм. А где обитает радужный слайм? Мне интересно его даже самому найти. Давай-ка я загуглю, потому что это интересно. Так, радужный слайм. Страдио. Если у меня есть шанс его найти, то это классно. Просто я не в курсе. Радужное желе. Радужное желе — это предел монстров при убийстве радужного слайма, который может... Так, давай радужный слайм. А радужный слайм может появиться в шахте только во время выполнения особого заказа от волшебника. Радужное желе. Радужный слайм появляется случайным образом на любом из уровней шахты. Так, раз уж он сам появляется согласно заданию, я-то просто его не видел, поэтому я посмотрел. Чё? Слаймов можно вырастить в городе Пелика. Так, не буду смотреть дальше. Мало ли, что-то проспойлеру себе. Так, радужное желе хочу. Хочу радужного слайма найти. Потом. Свина смотрим или нет? Вопрос. Давай пойдем слайма. А, у меня кирку же не отдали. Как я буду там передвигаться? Завтра, наверное, дадут мне кирку. И завтра пойду посмотрю. Там мне много дней дается, так что нормально. Опа. Сегодня понедельник, кстати, подарки надо раздавать. Подарки надо собрать и всем пойти раздавать. То, чтобы были всякие кат-сцены и взаимодействия прокачивались. Пятница и воскресенье, свин. Но сейчас на всякий случай иду проверять. Я помню, что в пятницу и воскресенье. Но на всякий случай... Я посмотрел. Еще я подарочки все-таки забыл. Забыл подарочки. Блин, у меня наушники все это время криво сидели, походу. Ай, ухо болит. Не заметил даже. Впервые как-то их так одел неправильно. Я затянул слишком сильно на голове. И они выше, чем обычно. Абашуры мягкие, поэтому сразу незаметно. А потом как заболит ухо. Так, дальше мы, значит, сажаем. Сажаем все, что можно посадить. На день позже вырастет из-за того, что я сейчас не хочу поливать, но мне пофиг. Я больше не занимаюсь поливкой, понятно? Кстати, а зимой все это типа зарастет или что? Ой, что это было? Созрел уже? Батат, ты такой беспалевный. Так, ладно. Дубовая смола, это хорошо. Так. Так. Блин, звонят. Мне звонят. Сколько время? Ага. А, сегодня 19 число, кстати. Ничего, подождут. Подождут немножечко. Ничего страшного. Так. Тут чё? Ой, ладно, звонят прям настырно. Тогда я сейчас это... На паузу 5 сек.
Все, я тут. Я здесь. Я тут, а я здесь. И там, наверное, кряхтение такое было, когда отключаю микрофон, почему-то он только... Вот. По работе позвонили. А, опять звонят. Сорян. Случайно звонили. Случайненько звонили, говорю. Так, поехали, все. Пшеница где еще нужна? Тут есть, там есть, здесь есть, тут есть, там есть. О, там нету. Хватит замедляться. Я дорожку для чего делал? Вообще, типа, если бы не дорожка, тут было бы еще хуже. Так что хорошо, что везде дорожка есть. Правда, по ней бегать не очень удобно. Может, забор везде сделать? Нет, тогда собирать будет не очень. Хотя, если через забор собирается, а скорее всего собирается, то тогда проблем, в принципе, нет в этом. Везде заборчики сделать такие. Не, не надо. Надо, знаешь, что делать? Надо гигантские эти делать. Гигантские штуки какие-то. А для них нужно вот здесь вот по-другому сплинктеры установить. Да, вот тут. Хотя почему тут? Давай отдельную селекцию сделаем для гигантских растений. Типа вот где-нибудь тут. А сплинктеры будут не в центре, а по кругу. То есть уже требует больше сплинктеров для той же площади. То есть суть в том, чтобы именно гигантские растения там выращивать. Типа как гигантская тыква, как написали в описании. Я случайно прочитал, но прикольно. Собственно, мне могли бы где-то подсказку дать, скорее всего, и дадут. Так, что там надо? Железо? Железо. Железо. Дубовая смола. Подожди, давай для начала подсочников побольше сделаем тогда. Что для них надо? А где я? Переехал. 2 медных и 40 дерева. Фигня вообще. Хотя не, дерево не фигня. Дерево вообще не фигня. Оно постоянно уменьшается и уменьшается. И вообще, там деревья еще растут, так что отстань. И надо пойти еще посадить. Пока не зима. А, пока не зима, мне нужно закупить вообще-то деревья. Я дебил, летние. Все забыл опять. Ботаты, ботаты, ботаты. Ботаты ты. Ботаты сюда. Че я положил вот тут, вот то, что было. Семена, да, пусть тут будут. Пошел, куплю деревья и посажу их сразу. Это будут осенние деревья, которых я еще ни разу не сажал. Значит, надо подумать о том, куда их сажать. Всего по 2 дерева на каждый сезон. Значит... В следующем сезоне мне нужно будет купить... Ну, летом. Ну, куда ты, блядь, пошел опять из-за прилавка? Мудачок ты. Мудачок ты! Блядь, я тебя урою, слышь? Я тебя урою! Он меня так бесит вообще этим, прям капец. Поезд. Идите нахер с своим поездом. Мне кирку не дали вообще. Ладно, я пошел за поездом тогда. Делать нечего, потому что он мне не продает, чтобы я посадил дерево. Что там еще? Подарки я уже забыл всем взять опять. Дерева мало, блин, вот что еще плохо. А я могу это... Ой. Случайно игру свернул. Могу, кстати. Но не буду, оно красиво стоит, прям для него там так это. Вот это вот что за дерево, мне интересно, огромное. Что он тут делает? Так, деревья, камни. Там сказать, что это, что это поезд с ресурсами. То есть с него чисто вот ресы и все, да?
там сказали. Мне в комментариях написали, что есть типа разные виды поезда. Вот один с рессами, второй с ботинками там какими-то фиговыми причем. И вот, собственно, этот с рессами. Да как-то мало. Это нарубить могу. За 5 сек. Пусть пока там падает все. А я подберу, когда уедет поезд. Ну вот уголь неплохо еще более-менее. Вообще все бы чисто углем бы накидало. Было бы неплохо. Я не понимаю, что мне делать без аккумулятора. Мне же не открыть там это. А, мне для Гюнтера еще нужно найти эти штуки. То есть если я его найду, он мне даст ключ от этой. И я пойду дальше по сюжету. Плюс мне нужно построить птичник. Это тоже как основное, по-моему, задание у меня тут. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что-то их мало уже, кстати, у меня. Ежевики. Там виноград еще есть, как бы, но я его для вина. Угу. Семнашка. Для денег так-то раз, два, три, четыре, пять, шесть. 27 на всякий случай, может, продадим, чтобы завтра купить у Пьера деревья. Не знаю, сколько они стоят, но вот так должно точно хватить. Так, это тоже продадим. Тоже продадим. А, подожди. А, на плодовой не работает. Не работает с плодовыми, все, я понял. Сюда. В смысле? Батат, ты чё? Так, обогреватель. Сюда пока. Потом. Угу. Смола, не знаю почему, но вот сюда. Перекочует пока сюда. Сюда. Вот это. Почему это маленькое дерево растет, я не понимаю. Яблоко где мое? Волокна и камень. Волокна и камень сюда. Камня, кстати, у меня сколько вообще? 2000 почти. А вот дерево маловато что-то. 184. Подарки, подарки давай возьмем. Значит, что мы помним? Мы помним, что... Это мы Абигейл вроде хотели подарить. Ладно, пусть будет. Потом Хейли. Подожди, стоп. Горошек забыл дарить. Горошек спортсмену. Это Хейли. Дальше. Морожка Лея. Лук Парей старикану. Дальше. Кукуруза Марни. Так, черника доктору. Потом. Баклажан Клинту. Клюква мы не знаем кому. Хотели проверить, кому клюква нравится. Так, что еще? Шампиньоны так-то тоже может кому-то нравится. Но их не так много, ладно. Вот это что? Ежевика. А, так ежевики вон еще сколько. Надо ее убрать туда. А это певчанский. Светлый эл для бухарки. Не помню, как ее зовут. Я думаю, ей пофиг. Ей главное, что у нее бухло будет. Ежевика. Все. Зачем мне тут баклажан? Ну да ладно.
Кукуруза для Марни там, наверное, лежала. Ну да ладно. Опять-таки не важно. Важно то, что я не помню, везде ли посажена эта штука. Посадил, да, то есть, ладно. Все, побежали. Еще вопрос, эти зимние растения я смогу выращивать или нет? Зимние семена. О, 10-й. Нифига, подожди. А вы продаете товары собственного изготовления, вино, сыр, масло на 40%? Ну это дофига денег. Это прям дофига денег, реально. На 40% дороже. Это то есть вино, которое... Смотри, вот я беру виноград. Он сколько-то стоит, предположим, 50 золотых. Делаю из него вино. И он начинает стоить уже не 50 золотых. Ой, потягушечки. Не 50 золотых, а 250 золотых. Правильно? В 5 раз, по-моему. А, или там в 2 раза плюс 50 золотых. Что-то такое? Или в 5 раз плюс... А, в 3 раза, то есть 150 и еще плюс 50 золотых. То есть 200. Так? И еще плюс 40, 240. Как-то так. Блин, не знаю даже. Честно говоря, что касается продажи, меня уже не так сильно интересует. Я бы скорее лучше, чтобы быстрее все поспевало. Как-то это более интересно. Потому что деньги, они как бы и так получатся. А то, что у тебя все быстрее поспевает, и вдруг что-то не успеваешь, что-то забыл, посадил, и оно растет у тебя. И в принципе все быстрее растет. Это прикольно. Особенно если что-то долгое будет. Так, прогноз погоды. Что там будет? Гром? Нет. Грома не будет. Подарки мы все взяли? Взяли. Все хорошо. Теперь нужно забрать кирку еще плюсом заодно. Блинский. Урожай созрел. Пофиг. Потом соберу. Хотя... Ну да, потом соберу и закину в бочку, да и все. Не страшно вообще. Сейчас сразу побежим. А раз мы бежим прям сразу, то это глупо, потому что все закрыто все равно. Лучше соберу урожай. Виноград я все равно никому не собирался дарить. А вот клюкву собирался. Конечно, нужно будет осторожно ее в бочку перекладывать. Не забыть оставить. Ой, это что? Сказочная роза. О, слушай, сказочная роза прям звучит как жесткий подарок, я тебе скажу. Надо было их побольше, наверное, сделать. Ну, сказочная роза по-любому Эбигейл зайдет, я уверен. Но у меня их мало, что-то 5 всего лишь, да? Я уже не успею новую это посадить. Плёха. Так. А, значит, сказочная роза. Давай вот так, на всякий случай. И вот так две. Потому что я фиг знает. Потом. Нифига клюква у меня. Клюкву мы ищем, кому она понравится. Ищем, кому понравится клюква. Вот так, вот так. Если кому-то понравится, ну, вот так, ладно. Потом. Виноград мы знаем, куда его девать. Виноград мы знаем, куда девать. Ага. Баклажан. Так, клюкву я хотел найти, кому она нравится, но ее слишком много сейчас у меня. Так, возьмем где-то вот 3. И хватит. Это спортсмену. А чё мэру? Мэру-то что? Мэр тоже любит фасольку. А клюкву он любит, как думаешь? Проверим, ладно. Просто с мэром как-то сами по себе отношения вроде более-менее нормальные. Хотя фиг знает. Так, и досадим то, что у нас там есть. Не засаженное. Все вроде. Ну да, очень мало что-то у нас этих цветов. И мед не дается. Надо цветы перед медом поставить. По-любому. По-любому поэтому не растет. Зачем здесь, кстати, это? Я же на время положил, так и не убрал. А, и яблоко надо отнести.
в узелок последняя, да? Сейчас я отнесу. Или как? Я сейчас иду. Через Клинта, наверное. Забираю свою штуку. Отдаю ему баклажан. А, нет, через низ. Через низ и волшебника, чё я? Я не взял для волшебника, кстати, эту штуку. А я что-то продать, что ли, хочу? Вроде нет, только купить. Так, а где сраная штука для волшебника? Угу. Все, вроде, побежали. Так, через 7 дней зима, ладно. Ладно, ладно, так, это, пожалуйста, наверх. Вот так. Волшебник. Мне бы телепорт к нему, а? Можно бесплатные телепорты мне сделать? Ну, типа, один раз как-нибудь вспотел, сделал там тотемы вот эти. А потом они бесплатно, чтобы меня таскали. На. Да-да-да. Если тебе нечего сказать важного, уходи. Он мне, по-моему, так сказал. Очень мило с его стороны. Так, бежим к Марне. Ей надо отдать кукурузу. Лее нужно отдать морожку. Ну так-то, знаешь, морожка растет в определенное время года, а ты круглый год ее даешь. По-моему, очень даже прикольно. Такой личный фермер, который с тобой еще делится своим урожаем и все такое. По-моему, вообще прикольно. Кто бы с этого не кайфовал? Пожалуйста. Мой племяшка Шейн уже пару месяцев живет у меня. Он помогает мне с курами, так что я не жалуюсь. А-а-а. Шейн твой племянник? Чё он вечно такой недовольный? Так, ты подожди. Нарцисс тебе. Да, это тебе. Землей пахнет. А, ну да, ты же на ферме работаешь. Блять. Максимально тактичная линия. Так, куда ушла твоя сестра? Объясни, пожалуйста. В салон же рано еще. Ну, а куда она ушла? Блин, а че он так быстро топает, я не понял. А, на зарядку. Так, смотри. Лук парей для старикана, это для его внука, это для доктора. О, вы все тут? На. Пожалуйста. Бесполезные докторишки. Так, докторишка бесполезный, вот это тебе. Ага. Так, дальше что там? Баклажан Клинту. Это мы не знаем кому. Давай ей подарим. Ну что, мне обязательно обходить, что ли? Ну, кстати, лекарства у нее продается. Мне не нужны, конечно, но... Спасибо. Видимо, не очень. Так. Морожка для Леи и баклажан для этого. Пивнуха для нее. Это для узелка. Это для Абигейл, да? Вот это. Вот это для Бигел, кстати, сказочный этот. Посмотрим. Хотя, ладно. Аметист вообще больше нам даст это. Эй, откуда ты знаешь, что я голодная? Выглядит очень... Я стараюсь помогать в магазине. В смысле, блядь, голодная? Ты это съела? Это же вроде несъедобно. Понравишься. Сказочная роза. А, ну она съедобная, да. Странно, ну как бы, типа, роза не для этого вроде изначально. Так, морожка для Леи. Там нету Леи, правильно? Она не занимается. Блин, Ски, да что делать-то? Там точно нету Леи? Вот это кто? Это Джоди? А вот там... Тренировки важны для здоровья. Ты кто? А, Джоди, да. Слушай, если тебе понадобятся материалы, чертежи, то заходи ко мне в магазин.
тому же деньги, бла-бла. Так, смотри, я же тебе не дарил еще, да? Вообще, я ничего не взял, чтобы ей подарить, что ли? Друзья, а что я обычно дарил? Я так и не нашел, что ей нравится, между прочим. Спасибо от этого. Ты задолбал свои позитивные энергии. Что тебе нравится-то вообще? Не понял, кто кукуруза? Привет, Жава, готов посмотреть на твоей ферме этим летом. Дела шли отлично. Тебе нравится кукуруза? Ты исключительный фермер. Кукуруза? Я правильно понял? Он сказал про кукурузу? Так, чел, подожди. На тебе вот это. Я даже мэру ее не отдал, прикинь. Тебе отдал. Круто побыть на пляже и позаграть. Мне просто интересны твои кат-сцены. С мэром мы уже выяснили, он там с Марни тусуется. А ты что делаешь? Так, баклажан для Клинта. А. Эль, несем Эль. Только будь дома, а. Блин, где она? А, в Джорджо Марте, да? Она в Джорджо Марте, скорее всего. Потом... Лея, где мне Лея? А, вон Лея бежит. Так, вам ничего для вас нету. А, подожди, клюкву будешь? Вот ты. Спасибо, выглядит мило. А ты? Да отстань! Это мне спасибо, понятно, не очень. Так, клюкву, подожди. Морожку, морожка для тебя у меня Лея. Лея, стой, пожалуйста. Спасибо. Подарок просто отличный, спасибо. Так, пообщаемся, бла-бла-бла. Они такие яркие, я просто не могу мне представить их художественный потенциал. Чей? Я прослушал первую реплику. Так, Клинт. На тебе для начала кабачком по лицу. Забавный подарок, спасибо. Если хочешь улучшить инструмент, то принеси мне нужную руду. И придется оплатить мою работу. Наконец-то какой-то долгий, Слышь ты, ебей. Кыш от меня. Кыш от меня, понял? Что я тебя не видел. Так, вот это яблоко нужно отнести в узелок. В узелок нужно отнести, это во-первых. Во-вторых, нужно в Джорджо Март пивнуху отдать этой. Сколько фига я ей пиво, блин, постоянно готовлю? Постоянно нашла себе. Удобно устроилась, да, вообще? Пиво за мой счет постоянно пьет. Не, ну просто видишь, пиво, оно как бы само по себе, мне ничего не стоит его сделать, поэтому как бы удобно. Хотя, мне кажется, не только она будет рада, да? Наверное. А вино кому? Вино кому можно подарить? Так, яблоко нужно отнести сейчас, а вот это оставлю чисто пожрать. 308 энергии, неплохо так-то. У меня еще и много, можно было с собой взять в подземелье. Оно появится рандомно, да? Радужный слайм рандомно в любом месте. Значит, я пойду железо копать, потому что железа у меня мало, а оно вроде как нужно для всяких там бочек. Вот я не знаю, куда яблоко только нужно засунуть. О, повезло. Все, отлично. Аметист я так и не подарил никому, но он в подземелье еще выпадет мне не раз, наверное. Так что забьет инвентарь. Не забьет, точнее, инвентарь, потому что он у меня уже забивает инвентарь. Все, побежали. Теперь интересно, как быстрее дойти до пещеры отсюда или добежать до Клинта и через повозку? Вопрос. Я так и не посмотрел строительные штуки, но мне нужен радужный слайм, пока еще на него задание есть. Здорово, Саски. Специи для тыквы. Ой, отстань, ты это уже говорил. С тобой тоже не буду говорить, там скажешь про растения и все такое. Как обычно. Так, с 60-го, по-моему, да? Начинается. Железо. Да подойди. Чё у тебя меч такой короткий? Ну, мне сказали, радужный слайм рандомно появляется. Следовательно, он сам должен меня найти, правильно? Особо можно не париться по этому вопросу. Просто ходишь, бродишь. Я уже по привычке хочу вот эти большие камни сломать. Чтобы камень добыть. В принципе, почему нет?
Я еще не знаю, сколько там камня надо у нее. Но мне железо бы. Ой, не железо, а дерево бы дофига. Что изначально для строительства дерева там нужно. Она же плотник. Блин, а вот если бы выбрал за призрака. Да отойди. Я не знаю, есть ли здесь радужный слайм. Нужно посмотреть вот так вот. Интересно, я бы за призрака быстрее получил все-таки, или за... Или радужного слайма. Потому что призраки уже вот, видишь? Может, с него бы уже выпало даже. Время позднее, так-то уже 19. Уже 19, а значит, что мы, наверное, не получим радужного слайма, да? За сегодня. Будет забавно, если я вот так вот спустился. А радушный слайм там был. Ну хватит. Мистер Призрак. Тут намного, кстати, все жестче, чем на первых уровнях. Я что-то привык тут уже с двух ударов максимум всех убивать. Пока бегал, камни собирал. Так, это не радужный слайм, явно, но, блин. Пол хпшки уже. Не жалею себя вообще. Радужный слайм, ты где? А вдруг его нет на самом деле? Этот раунд заполнили чудовища. Отлично, я думаю, здесь должен быть радужный слайм. Ну типа, чем их больше, тем больше шанс, что появится радужный слайм, правильно? Чем больше чудовищ. Хотя здесь одни копашки. Фига он прыгает. Прыг, прыг, прыг. Да ты умрешь? Нет, алло, копашка. Ты чё? Чё-то они какие-то шустрые. Так, тут никого. Там слайм. Пойдем наверх вначале, наверное. Да, меч коротенький, коротковат. Коротковата палочка. Вот так. Оп. Немножко подкрепимся. Кстати, здоровья мало, зато энергии много восстанавливает. А мне как раз сейчас наоборот надо было. Дема радужный слайм вопрос.
Плазмодиус, что за подставы? Где мой радужный слайм? Я уж спать хочу. Так, походу все, радужного слайма нету, валим. Ну а что еще делать? Блин, конечно, хотелось бы за один день найти, да и все. И не ходить, не искать больше. 47 железа зато нашли. А вот золота у нас, кстати, тоже мало вообще-то. Чтобы улучшить кирку хотя бы. Нам вообще-то нужно золото. Ой, не кирку, а топор. Что-то мышка как-то не слушается. Так, так. Не понял. Кофеек. Сжижайте ли... А, летом. Пойти из живота расколоть, что ли? Так, мне нужно в золото, короче, спуститься. Нужно в золото спуститься, чтобы на золотую эту хватало. У меня сейчас 10 золотых. 10 тысяч. А, блядь, я забыл деревья опять купить. Чё за бред? И сейчас среда, да? Боже, чё за бред? Серьезно? Как можно столько раз забывать? Да, среда. Бляха-муха. Облачно с порывом ветра, понятно. Нету грозы. Ой, жопа. Ладно, что тут? Вещь роскошная, так что чё? Автосбо... Чё? Доит ваших коров и коз, стрижет овец, яйца собирает и кроликов ощипывает без вашего участия. Слушай, офигенно. Катя поделала... Это мама, наверное, да? Мама тортик прислала. Тортик прислала. Тортик захотел. У меня в холодильнике лежит, кстати, все еще. Так. 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 Ну, все еще в смысле со вчера. А то не с того раза, когда я давно говорил. Потому что у вас это будет давно, а у меня на самом деле это недавно. Так, яблочко сюда убери. Пшеничку еще успеем вроде вырастить. 4 дня-то есть. А, так 28 же дней, а не 30. Я как 30 дней считал, да? Вроде. Опять беспалевный батат. Так, ну вроде все. Мед, видимо, мы потом получим. Сейчас без него обойдемся. В следующем сезоне. Так, виноград сюда. Это что тут у нас? Тыквы всякие сюда. 6 тыкв. А, ее можно жрать? Нельзя. Печально как-то. Так, а вот торт можно жрать. Энергии дофига дает. Сил тоже. Подарки, подарки. Второй день подарков. Нужно подарки всем сегодня подарить, кстати, да. Так, давай, Хейли. Расмодиус. А почему тут, кстати? Ой, пофиг. Расмодиус, потом. Этот спортсмен. Потом. Так, Марни. Блин, лук один остался.
Лук порей. Давай ему что-нибудь дадим тоже, что-то такое острое. Типа батут, может, лук пойдет ему. Лук батут или... Да, обойдется, короче. Хотя нет, что-то надо ему подарить. Пусть будет это. Что-нибудь из этого сезона. Чего много? Дыня, не, перебор. Черника ему вряд ли понравится. Ну давай попробуем. Потом. Кто дальше? Подожди. Подожди, давай пойдем по этому, ладно. Смотри. Хейли, мы знаем, что ей подарить. Эмили, мы вообще хз. Ей понравилось это. Ну так я ей дарил довольно хорошие подарки. Тут, понятное дело, понравились. Дальше, Марни. Ну я ей только кукурузу, все хорошо с ней. Пэм, бухло. Обойдешься без бухла сегодня. Хотя, можно ей дать, знаешь, чисто хмель. Может, хмель ей зайдет? А, нету, что ли? Ладно, вино. Да не, перебор для нее вино. Дофига хочет. Да нету столько бочек пока. А что для бочки мне не хватает? Железных слитков, кстати, вот. Я же за этим и это. Железные слитки, эти и дубовая смола. Дубовая смола у меня там фигово добывается, поэтому, собственно, мне еще надо. Поэтому мне надо эти смолоштуки. Смолоштуки, вот они. Медный слиток. Можем делать, в принципе. Дерево только надо. А для дерева надо 10 тысяч и 5 золотых слитков, кстати говоря. А у меня их нету, видишь? Так, а что делать? Ладно, забыли про это все. Мы о другом думали. Пэм можно не дарить, короче. Диметриус, что нравится, я уже не помню. Джем. Да вы офигели, какой джем? У меня нет столько джема. Короче, вот что есть, то и подарю. Все, отстаньте от меня. А, баклажан еще к линту. Все, остальные пока обойдутся. Нет у меня для них ничего. Так, сейчас побежим к Расмодиусу, у него уже открыто. А, Марни, скорее всего, убегает, да, куда-нибудь. Сейчас поэтому пошли вначале к ней. А, забыл морожку для Леи. Подарю ей чернику, короче, тогда. Блин, ну почему сегодня среда-то? И почему он по средам не продает мне? Ах, он бесит меня. Во вторник я забыл. И в понедельник, по-моему, тоже забыл, когда к нему подходил, но не взял. Если зимой эти растения не растут, мне придется делать для них вот это тут удобрение. Ах, этот предмет, бла-бла-бла. Язык стихии можно понять только спустя годы его изучения. А чтобы заговорить на их языке, потребуется посвятить учению целую жизнь. А теперь прошу меня изменить. Так, что я хотел-то? Я хотел. Аккумулятор получить. Но я не могу. Значит, идем в подземелье. Добываем золото. Тут очень много задач сейчас стоит одновременно. И это прям запутывает сильно. Во-первых, всем нужно подарочки дарить. Так, где она? Может, она их все пускает уже? Только своим друзьям. Вот так вот. Вот так вот, Лея, вот такого у нас мнения. А где она? Одно только. Ну, так себе. О, на тебе, короче. Здорово, спасибо. Да, пожалуйста. Каждую среду на завтрак у меня гречневые вафли с кофе. Это моя маленькая традиция. Здорово скрашивать холостяцкую жизнь. Я это уже слышал, кстати. Стареешь. Ну,
Я сюда уже как к себе домой хожу. Ах, это мне спасибо. Если тебе будет скучно, заходи поздороваться. Уже как бы такая это, да. Так, давай тогда тебе чернику. Я не помню, я тебе дарил ее, нет? Давай посмотрим. Не дарил, хорошо. Проверяем. Спасибо. Моя подружка владеет магазином в пустыне. Если поедешь туда, заходи к ней. Да? Кажется, у нее продаются какие редкие... Так, это уже интересно звучит. Редкие продукты какие-то. У какой-то подружки. В пустыне. А, кстати, каменный сундук. У меня же камней до хрена. Почему я каменный сундук-то не сделал? Это же кайф вообще. Не надо дерево тратить на это теперь. Правда, у меня уже все сундуки есть. Раньше бы мне. Ну да ладно. Так, пошли к Клинту отдадим. Его баклажан. И пойдем, значит... Зайду в Джорджи Март, короче, для начала. Давай Лее вот подарим вот это. Ежевику. Она же вроде это. На ежевику. Не. Это мне? Чудесно. Слушай, он выглядел довольно довольным. Правда, спрашивать это мне понравилось, действительно. Если Лея не тут стоит, около речки, то я хз, где она. Так, на тебе, кабачок твой. Сколько у нас с ним уже? Мы с ним дружим, нет? Клинт, братуха. Бля, мне кажется, ему оно нравится, но как бы так. Он же говорит, интересный подарок. То есть это как бы не совсем прям. Блин, Леи нету. Так, вы кто? Бухарик, мамарик и сынарик. Блин, вот эти вот штуки надо в море закинуть, наверное. Но я не хочу сейчас этим заниматься. Мне надо спуститься вниз, взять золото, добыть. И потом с помощью золота это... сделать себе топор золотой. И, кстати, мотыгу я бы тоже сделал, потому что в начале сезонов нужно будет копать по новой, правильно? Все равно там зарастает, умирает все. Так, расширить дом, магазин. Давай посмотрим. Построить здание. Так. Слушай, нормально. Сейчас можно купить. 300 древесины, 100 камня. Правда, можно было что-то это. Так вот. 4 животных одного вида. До 4. Одного вида только, да? Так, интересно. Типа 4 коровы, 4 козы, да, и так далее. 150-350. 6 денег хватает вроде. Колодец неинтересно. Так, скошенную траву. Вот это интересно. 100... 100 камня, по сути, тут. Остальное фигня. Мельница. Здесь можно перемолоть пшеницу, свеклу и рис. 4 ткани. У меня нет ткани. Так, сарай. Пустое здание. Его можно заполнить чем угодно. Интерьер можно украсить. Слушай, а в этом пустом... Подожди, вообще чем угодно? Растениями можно? И еще. Места внутри него больше, чем на ферме, или меньше? Выращивайте рыбу, собирайте их потомство, со временем рыбы в пруду становится больше. То есть я сам кидаю сюда рыбу, да, которую хочу, и она там всегда растет. Вот это офигенно, кстати. Дом для друга. Субсидии предоставил сельскохозяйственный фонд в городе. Но у меня нету друга тут. Еще один, да? Понял. А стоило позволяет завести ездовую лошадь. Лошадь прилагается, серьезно? Так, вольер для слаймов. Позволяет держать... Подожди, я могу прямо на лошади гонять? Это я буду быстрее ездить, я правильно понимаю? Бросайте принадлежность, чтобы продать их ночью. У меня уже есть. Так, ясно. Короче, первый птичник. Это 300... 300 дерева мне надо. 300 дерева. Можно прям тут рубить. Прям вот по пути. Нет, нельзя. Сейчас мы идем в подземелье, потому что поэтому нельзя ничего рубить. Мы ищем слайма. Радужного. И радужное желе. Как минимум интересно его увидеть. В принципе. По-моему, с 90-го там уже золото, да, идет. Сейчас золото нам нужно. Mm-hmm.
Да ты чё, всегда такой твердый был? Да уйди. Да, меч коротковат. А, и ты чё не толкаешься? Так, дайте мне, пожалуйста... Дайте мне, пожалуйста, радужного слайма. Требую. Требую радужного слайма. Золото с двух ломается, кстати, золотой киркой. Что очень даже приятно. Лучше бы с одной, конечно. Но золото, которое ломает золото с одного удара, это было бы странно довольно. Они же одинаковые. Хотя это-то золото обработанное. Вообще, в принципе, непонятно, почему золото ломает. Золото же мягкий металл. Почему оно тверже из железа? Нет? По привычке пошел, камень сломал. Все-таки тысячи камней сказались на моей психике. Но вы явно не радужные слаймы, правильно? Вы розовые. Можно мне радужный? О! О! Прикольно. Чисто на ферму, хоп, и все. Опять камень ломаю. Походу, сегодня духи в хорошем расположении, их прям нету вообще. Еще и проход сразу оставляют мне. У меня жизик нету, оказывается, уже. Так, давай торт хавать. Чуть не помер, я вообще еле заметил. А, во, радужный слайм. Ты чё, уйди. Только попробуй желе мне не дать. Хорошо, все выполнил, да? Осталось отнести. Желе же оно по-любому это. Да, просто отдается, как бы оно не это. Я, наверное, могу его и не отдавать. Такой вопрос. Расмодиус сможет меня впустить в дом к себе вечером? А, у меня две всего лишь... Два всего лишь сердечка. Да точно нет, я думаю. Сколько золота я взял? 31. Ну, в принципе, хватает на эту, но... Почему бы еще чуть-чуть не взять? Тем более, я все равно уже не успеваю к нему. Чтобы отдать ему желе. Что можно еще чуть-чуть здесь побегать. Может, жоды получу какие-нибудь. А может, пиздюлей получу какие-нибудь? Да уйди от меня. Прям во мне ходит, главное, я ударить не могу. Все, поехали отсюда. Абобус. Абобус. О, у меня бомба, кстати. Какой же самый вкусный фрукт, который мне надо этому отдать? Вот что мне интересно. Статуи той. Угу.
Вот до сих пор у меня не 5 углевыжигателей, хотя надо 5 для идеальности. Это чисто похавать, да, я носил. Бомба и этот туда. Блять, серьезно? Блять, подожди, спринтеры уничтожены? Серьезно, пиздец. Бля, я даже не знаю, может загрузиться. Не хочу. Долго, во-первых. Опять искать слайма. Пиздец, хорошо, хоть сундук не улетел. Бля, эти бомбы, это ебать. Он полностью уничтожил мой этот. Мои сплинктеры, да? И что я мог сделать, вопрос? Как так-то? Растения-то ладно, они типа что, уже дали свои плоды. Так. Три. Раз, два. Но у меня три сплинтера пропало. Получается, три нужно сделать теперь. Еще один сейчас от золота, по сути, будет. Вернем, конечно, но, блин, печальной ценой. Так, дерево у меня есть. 300 дерева мне надо. Все, делаем дерево. Фигачим дерево. Для начала сделаем дорожку еще одну. Так, потом. Железо подождем. Ой, золото. Думаю, должно даться нам. Энергии дофига вообще, в принципе. Желе с собой. Вот этот тотем сюда. Три тотемчика уже. Прикольно так-то. Блин, ну бомба это, конечно, жопа та еще. Подставы от нее такой я не ожидал никак. Давай порубим до 0-0 хотя бы. Начнем снизу, чтоб деревья не загораживали путь. Ой, вид. Восемь. Там 300 надо, да, вроде? Возможно, 350 для птичника. Вначале птичник замутим свой первый. А ведь я вместо вырубки что-то другое выбирал, да, в тот раз. Так, сделаем 350, потому что я не знаю, точно ли 300 было. Надо сделать, знаешь как? Вот здесь вот все засадить в деревья. Прям в упор. Вот здесь вот просто вот так прятать. Чтобы везде деревья были. Камни, если что, в шахте добывать, я так понимаю. Ну и их у меня и много. Да и в шахту все равно надо за золотом и так далее. Так, стоп, 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 стоп. Вот так быстренько, хоп. Двигайся. Все, пошли. Растения какие-то просрали, но не страшно. Ну, бомба, конечно, жопа. Подстава. На этом, наверное, тогда я закончу. Часик уже прошел. А то я последние серии только по 2 часа фигачу, потому что забываю про это. Вот. Покушаю счастье. Тортика с чаем.
Посмотрю что-нибудь. И потом, может, еще запишу сразу. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Плейлист находится в описании под видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.